Это второй тур винтаж ралли или автопробег. В этот раз мы собрались проехаться по новому маршруту. Харьков-Солидар, соляная шахта, потом Светогорск, пещеры монахов. Трасса 470 километров надо преодолеть экипажем. Это практически на целый день. Я надеюсь, что люди, которые собрались во второй раз практически в обновленном, но в том же составе, около 20 экипажей, сегодня поедут в этот маршрут. Я надеюсь, что это привлечет внимание общественности, и все-таки ретро-движение в нашем городе и в стране в целом немножко будет как-то расширяться. Возможно, будет третий этап. Опять же, позвали нас в Тростенец, день города. Нас пригласили в качестве гостей на мероприятие города. Поэтому я думаю, что мы соберем еще третий тур с посещением этого города, круглый двор. В сентябре, наверное, с тем же составом, может быть, кто-то новый к нам присоединится. Новый формат мероприятия, не совсем привычное ралли в полном смысле этого слова, там с хронометражом и прочее. Это больше поездка выходного дня, такое туристическое турне с несложными совершенно заданиями, но важный момент – это посещение достопримечательностей. Вот Вячеслав Кабицкий поучаствовал в многочисленных мероприятиях, был соорганизатором известнейшего звездного ралли. Сейчас вот он такой выбрал более простой формат, чтобы не утомлять ни участников, ни их пассажиров. Желаем каждой семье приобрести ретромобиль и присоединиться к ретродвижению Украины и конкретно Харькова. Хотя здесь у нас присутствуют не только харьковские экипажи, из Запорожья есть парочка экипажей, днепряне еще в пути. Так что уже можно сказать междугороднее мероприятие. Поэтому добро пожаловать в мир ретромобилей.